Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. В районе Комсомольской площади полицейские задержали грабителя. Молодой человек напал на 80-летнюю женщину и отобрал у нее сумку. Все подробности этого преступления в нашей традиционной рубрике «Сводка». Как убегал подозреваемый, зафиксировали камеры видеонаблюдения. В прохладную погоду мужчину в шортах оперативники не могли не заметить. В течение суток грабитель и его собутыльник были задержаны. Что толкнуло на совершение преступления? Деньги кончились. Сколько в сумке было денег? 1200. На что потратили? На алкоголь. Как рассказал молодой человек, они с товарищем 3 дня отмечали день рождения. На пенсионерку злоумышленник напал сзади, вырвал сумку и побежал во дворы. Деньги пропили, документы женщины выбросили в мусоропровод. Известно, что после нападения 80-летней потерпевшей понадобилась помощь медиков. Сейчас возбуждено уголовное дело. Всем, кто пострадал от действий данных молодых людей, необходимо обратиться в полицию по телефону 47-67-27. Полиция устанавливает личности подозреваемых в краже из машины Volkswagen Caravelle. 26 марта около 2 часов ночи на улице Солнечной двое молодых людей разбили стекло автомобиля и похитили магнитолу «Пионер» в корпусе черного цвета. Предварительно один из злоумышленников палкой наклонил видеокамеру на ближайшем здании, чтобы момент кражи и внешность преступников не попали в кадр. Однако оба подозреваемых были зафиксированы другой видеокамерой. Сейчас возбуждено уголовное дело. Ущерб потерпевший оценил в 7 тысяч рублей. Проводятся следственные действия. Всем, кто опознал людей на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону 519-488 и 8-909-719-83-95. Сотрудники ГИБДД разыскивают девушку-водителя белой иномарки, которая 18 марта в 18:50 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда сбила 30-летнюю женщину с ребенком и скрылась с места ДТП. Иномарка поворачивала с улицы Труда налево. После удара ребенок не пострадал, женщина получила ушибы. Сейчас блондинку за рулем белой иномарки разыскивают. Ей грозит лишение прав или арест. Полицейские настоятельно рекомендуют виновнице аварии самой обратиться в ГИБДД. Если вы стали очевидцем этой аварии, звоните по телефону 588-935 или 588-38. Михаил Вагин, место происшествия.